Йоу-йоу, всем привет, это Эмир Шейх Серж Эль-Джази. Для тех, кто не любит сетевые псевдонимы, просто Сергей Елгазин, ну или блогер ГЭС. И в этом видео я расскажу о своем опыте изучения катания на слаломных лыжах с использованием того, что есть. Вот вы видите, у меня беговые лыжи. То, что было, короче, вот решил попробовать, потому что всю жизнь хотел именно кататься на слаломных лыжах. Сейчас я поеду вниз, и вы увидите, с чего я, в общем-то, начал. Потому что у меня было горячее желание научиться кататься зигзагом, но при этом не было особых возможностей. Для начала я нашел горку. Горку с небольшим уклоном. Вот вы видите, какой уклон. Такой совсем небольшой уклон. И здесь вот достаточно уже разъезжено, то есть достаточно плотный снег. Так, все, поехали. Значит, вот так вот я ногу ставлю и таким образом торможу. Начиная с очень небольшой скорости, потом я начинаю ехать влево, переношу вес на левую ногу вправо. На правую ногу вес переношу влево. Вот так, вот такой вот склон у нас. Едем вправо, едем влево. Как видите, скорость буквально там 5 км в час. Идет просто отработка вот этого вот тормоза, чтобы ноги привыкли. Значит, я вот прямо пяткой давлю, кто на роликах катался, знает это. Пяткой давлю. Никаких особых усилий не прикладываю. Ну вот мы спустились с горки достаточно успешно. Итак, когда мы уже научились спокойно вот так вот тормозить плугом, вот так вот это выглядит, я потихоньку начинаю, то есть я начинаю с этой ноги, и она у меня пошла, и я потихоньку эту ножку начинаю себя представлять, и как-то у меня само получается, что я начинаю уже тормозить двумя ногами. Вот поверьте, когда уже один день покатался, на второй день уже автоматом как-то вторая нога представляется сюда. Вот, что еще? Вот мне люди, которые здесь катаются, дали очень ценный совет. Вот мы едем в одну сторону, тормозим, и потом, чтобы перейти на другую сторону, как вот небольшое подпрыгивание совершаем. Такой вот, как бы вот мы даже вот, вот как-то вот подпрыгиваем, и раз, и опять приседаем. Очень важно присесть. И тормозим этой ногой, и эта нога потихоньку у нас сюда подходит. Сейчас я попробую продемонстрировать это на склоне. Я думаю, по моей манере кататься понятно, что я не вру, что я действительно третий раз стою на лыжах. И несмотря на то, что у меня не слаломные лыжи, я все-таки как-то получаю удовольствие именно вот от слаломного катания. Here Sergei comes by slalom style. Good. Я, в общем-то, тормозил двумя ногами. И ощущения, конечно, фантастические. И мы это сделали на беговых лыжах. Сегодня третий день. Чего и вам всем советую. Добавляйтесь ко мне в друзья. Обязательно подписывайтесь на канал. Иначе какой резон для меня записывать видео. С вами был Эмир Шейх Серж Эль-Джази, ГС Сергей Елгазин. Как всегда, использована моя оригинальная музыка. В конце видео будет ссылка на мой сайт, где вы бесплатно можете скачать мои треки. Всем пока! Here he comes. Very fast. Good. Well done. Этот вечер странен. Этот вечер непросто. Я решил отдохнуть и покинул свой пост. Отклонил всех друзей и давить в кабаке. Заказали шампанское и салат оливье. За окном было лето, но мы пили за Новый год. За здоровье всех женщин и за российский народ. А потом все смешалось, все обрушилось. Только помню, стриптиз, стриптиз, потеряв над собой контроль, позабыв свой костюм и роль. Я шагнул на танцпол с ощущением, что я плейбой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но когда я пришел с утра, дверь открыла моя жена. Посмотрела в глаза и сказала, что я чужой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Понятно, что мы хотим перемен. Мы совершаем прогулку
по славному городу Н. Мы зависаем в местечке под названием Рок-клуб. Но почему-то на сцене не видно этих самых рок-групп. Но мы не устраиваем скандалов, мы наливаем по 100 грамм. Нам начинает казаться, что наше место не здесь, не здесь, а там, там на сцене, где зажигают огни, все люди в зале шепчут, а вот и они.